Приветствую, друзья! Продолжаю писать свой дневник «Затерянной Дельте». Сегодняшний выпуск у меня про жерлицы, и, по всей видимости, будет сюжет такой. Как разбуриться и достать щуку камышан. То есть, вкратце, 2 или 3 дня ставлю жерлицы вдоль камыша, на бровках, на ямах, то есть вообще пока тишина. Правда, вчера был небольшой выход, поймал там, наверное, только внутри 4 штучки такие, килограмм, кило 200. Ну, то есть, хочется покрупнее, конечно, хочется побольше, ну, все мы люди живые, хочется азарта, адреналина, но пока вот, что имеем, то имеем. Вот, сегодня утром пришел, все стоят молча, вот одна сработка. И, по всей видимости, вот тут все размотано и леска натянута. То есть 100% вам говорю, она там в камыше. Ушла в камыш. То есть вот сейчас буду снимать видео, как разбуриться и как достать щуку с камыша. Ну давайте пробовать, что тут. Да, есть она тут, в камыше. Тут к бабушке не ходи. Здесь она. Так, ладно, хорошо, не будем терять времени. Где у нас, куда она пошла? Она туда пошла. Так, ну давайте, сейчас. Все, в онлайне будем смотреть, удастся мне ее достать или нет. Поехали. Так, инструментик. Зачищаем. Для этих случаев ставлю темную леску. В данном случае здесь у меня стоит вообще черная леска, уже не помню производителя. Ее хорошо видно на фоне дна. Вот так вот приходится работать. Не все коту творог.
Я считаю, это такое счастье. Все-таки рыбалка. Ох, такая масса удовольствия. Кто не рыбачил, тот, конечно, меня не поймет, а кто в теме, тот знает, о чем я говорю. Так, есть такая песня. Дальше смотрим, куда она пошла. Так потихонечку багориком нашел, приподнял, зацепил и пошел такими вот мелкими, но уверенными шажками. Ну, как обычно, да, лазишь, раздеваешься. Ну, выходи, моя хорошая, выходи. Вот она. С трудом добытая рыбёха. Сейчас я тут немножко... Вот она. Вот она, красавица. Взяла, как видите, на окунька. Вот торчит у нее там хвостик. Вот такая вот девочка. Ну, в прямом эфире вы видели, как бороться вот с такими вот шустрыми щучками, которые успевает затащить в камыш. То есть всего я 3, 6, 7, 8, 10 лунок. Сделал 10 лунок, расстояние 3,5, где-то 4 метра, ну то есть через 40 сантиметров вполне нормально. Багориком поднял лесочку, нащупал, раз, зафиксировал и пошел. Ну, вы все видите. Но по моим наблюдениям, где я ловлю вот на этих на мелких на реках, на протоках, 5 метров от меня на катушке намотано, это очень много. То есть достаточно 2,5-3 метра. И 1,5-2 метра от камыша отводить. То есть очень редко будет заводить. Я обязательно перемотаю лесочку покороче, чтобы было поменьше таких вот эксцессов. Ну, в принципе, уже рыбка есть. Уже можно будет заниматься дальше. Сейчас еще поменяю жестов. Буду ловить окунька и смотреть, что у нас сегодня будет по щуке. На этом свой дневник я буду заканчивать. Надеюсь, кому-то этот ролик был интересен и полезен.
Если это так, то подписывайтесь на мой канал, лайки ставьте, пишите комментарии. На каждый комментарий я обязательно отвечу. Пока-пока. До встречи в Дельте Волги. Давай-давай.